Сегодня врачи нуждаются в поддержке не меньше тех, кого они лечат. Трудно сейчас всем медикам, вне зависимости, в инфекционном ли они отделении или прикрывают тылы на своем участке, успокаивая бабушек. В Испании, Италии и США, где полыхнуло раньше, чем у нас, появилась традиция. Вся запертая в карантине страна выходит в назначенный час на балконы и аплодирует врачам. Ну а мы сегодня хотим сказать врачам спасибо, и нас поддерживают артисты театра музыкальной комедии. Артисты Хабаровского музыкального театра искренне от всей души выражают слова благодарности всем медикам России и особенно врачам нашего родного Хабаровского края. Сейчас вы на передовой борьбы с этой коронавирусной заразой. Мы, дальневосточники, благодарны вам за этот тяжелый труд, за ваше внимательное отношение к пациентам, за милосердие и заботу. Вы на работе ради нас, а мы дома ради вас. Примите нашу благодарность, известную песню «Люди в белых халатах» в исполнении артистов нашего театра. Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых. Но встают у нее на пути люди в белых халатах. Люди в белых халатах. Люди в белых халатах. Вот опять у нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то. Лишь нагнуться к постели твоей. Люди в белых халатах. Люди в белых. Постели склонились твои. Вечный подвиг он вам по плечу. Ваши руки бессонны и святы. Низко вам поклониться хочу. Люди в белых халатах. Люди в белых халатах. Люди в белых халатах. Низко вам поклониться хочу. Низко вам поклониться хочу. Спасибо артистам театра музыкальной комедии. Еще раз спасибо врачам, настоящим героям, которым эта песня адресована.